Омская мэрия планирует вывести за зиму 500 000 кубометров снега. Чиновники подсчитали, что такого объема будет вполне достаточно, чтобы избежать весеннего паводка и подтопления. На данный момент, судя по информации на сайте городской администрации, вывезено 400 000 кубометров. Казалось бы, очень много, и чиновники почти справились. Однако в мэрии не дают омичам возможности сравнить, как эта работа организуется в соседних городах. Мы сделали это сами. Итак, в Томске, Новосибирске и Кемерове работа по расчистке улиц идет куда более активно. В Кемерове, например, где население в два раза меньше, чем в Омске, коммунальные службы с начала сезона уже вывезли в 4 раза больше снега. Более 1,5 миллиона кубометров в Новосибирске коммунальщики справились с объемом в 5 раз больше, чем в Омске. Более 2 миллионов вывезено. Не отстает и 500 000 Томск. Там вывезен 1 700 000 кубометров снега. Таким образом, надежды омских чиновников, что запланированного к вывозу объема хватит, чтобы избежать паводка в городе, выглядят, мягко говоря, чересчур оптимистично.